Ешь пельмешки, получай телевизор. Саратовская макаронная фабрика проводит конкурс. Купив новый продукт пельмешки-ланчелот до 7 ноября, можно стать обладателем ценного приза. Подробнее в материале нашего корреспондента. Гастрономическая новинка – пельмешки быстрого приготовления «Ланчелот» на саратовские прилавки поступили совсем недавно, но уже завоевали любовь покупателей. Секрет вкусного и в то же время простого в приготовлении блюда несложен. Настоящие и по-домашнему вкусные пельмени проходят процесс обработки паром, а потом высушиваются при высокой температуре. Теперь для приготовления ароматной и сытной порции пельмешек «Ланчелот» их достаточно будет просто залить кипятком. Специалисты предприятия разработали новую уникальную технологию производства пельмешек, не требующих варки. В Италии их называют тортеллини или равиоли. Другими словами, макаронные изделия с начинкой. Сделаны они в форме маленьких пельмешек и названы соответствующие, поскольку это ближе к традиционной русской кухне. Производители пельмешек «Ланчелот» для начинки используют только свежее мясо, сыр и грибы. Тесто готовится из твердых сортов пшеницы группы А. И такая вкусная новинка – лишь часть подарка для ценителей пельмешек. Главный приз – телевизор – организаторы конкурса дарят своим клиентам. Стать участниками розыгрыша может любой желающий. Необходимо сфотографироваться с нашим рыцарем. Фото размещается в социальной сети. Неделю за вашу фотографию можно голосовать, подключая к этому друзей, родственников. И телевизор вручается тому, чья фотография больше всего наберет лайков. Первыми обладателями ценного приза – телевизора – уже стала семья Злобиных. Молодые люди говорят, что не ожидали победы в этом конкурсе. Просто покупают пельмешки «Ланчелот» постоянно. Понравилось то, что покупаешь пельмени, вот не надо стоять там, ждать, пока вода закипит. Ну, поставил чайник, заварил их, то есть их можно брать также, да, на работу. Производитель пельмешек «Ланчелот» – саратовская макаронная фабрика. По праву считается одним из лучших пищевых производителей в области. Предприятие награждено золотым знаком качества «Всероссийская марка». А на международной выставке-конкурсе «Знак качества 21 века» продукция пельмешки «Ланчелот» получила высокую оценку экспертов. Екатерина Барковская, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.